Приветствую вас, друзья! На связи с вами Куликов Сергей, он же Моряк. И мы снова на нашем судне готовы смотреть фокусы. Для того, чтобы показать вам этот трюк, я воспользуюсь колодой Феникс. Кому интересны эти карты, ссылку на обзоры и на покупку в проверенных магазинах, как обычно, смотрите в описании. Фокус называется «11 друзей карточной колоды». Итак, уважаемый зритель, я буду пролистывать колоду вот таким вот образом. В любой момент меня остановите, просто скажите «стоп». Стоп, к примеру, сказали вы здесь. Запомните, эта карта будет ваша. Запомнили. И убираем вниз. Итак, для того, чтобы показать этот трюк, я возьму из колоды 11 произвольных карт. Для начала только перетасую ее хорошенечко. Итак, 11 произвольных карт я возьму из колоды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И эти 11 карт я как следует разотру. И разотру до того момента, пока у меня не останется всего лишь одна карта в руке. И это, конечно же, ваша шестерочка. Вот такой вот быстрый и прикольный фокус, друзья мои. Через мгновение появится ссылка на обучение, но прежде чем вы перейдете и научитесь этому трюку, я хочу вам порекомендовать подписаться на мой канал. Для этого достаточно кликнуть по иконке с изображением кораблика и добро пожаловать на судно. Но помните, что если вы подниметесь на судно, сойдете вы с него ох как не скоро. Ну что ж, теперь давайте учиться.